В Красноярске суд в эти минуты решает вопрос о мере пресечения для владелицы дома престарелых, пожар в котором в понедельник унес жизни троих постояльцев. Следствие настаивает на аресте. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В частном пансионате не соблюдались элементарные нормы. Например, не было запасных выходов. Кроме того, о том, что в жилом доме теперь располагается социальное учреждение, где постоянно находится много людей, не поставили в известность экстренные службы. Добавлю, что резонансным делом теперь занимается центральный аппарат Следственного комитета. Но проблема шире. По всей стране могут быть десятки таких частных пансионатов, деятельность которых никак не регулируется и не контролируется.